Tātad esam šobrīd pie ministra kabineta. Filmējam šeit vakar protesta akciju, kas ir, kur bērnu mātes aizstāv savus bērnus, cīnās par viņu tiesībām nevalkāt masku, cīnās par tiesībām uz klātienes izglītību, pieiešu un apjautāšos. Tātad šī sieviete bija jau arī vakardien. Jā. Var pāris pastāstīt par to, kas, kā vakardien beidzās jūsu akcija un kā šodien ir situācija? Ну, вчера мы поставили столько, сколько смогли, сколько выдержал мой ребенок. Да, были вопросы, почему полиция приезжала, и интересовались, и по-всякому, почему пришли. Ну, вот объяснили, как есть, да, что да, пора как-то что-то менять. Вот, но сегодня я просто пришла, вы поздно пришли, Рома, потому что сегодня я, когда сюда пришла, я была безумно удивлена. Потому что здесь уже стояла женщина с плакатом, и да, где было написано, что, ну, тоже, что, ну, детей вернут в школу, вот. И да, я была очень удивлена, и поэтому, ну, видимо, тоже человек как-то что-то отозвалось, да, и вот, наверное, решила тоже в такой вот выйти сама. Поддержка, да, пусть она такая маленькая еще, но я думаю, что это будет, ну, люди будут смотреть, я как говорила уже вчера, сегодня повторюсь, я буду каждый день приходить сюда, вот, да, и, ну, по возможности, если ничего такого emergency не случится, вот, и поэтому, да, будем смотреть, но мне было очень приятно, что сегодня вот уже две мамочки тоже здесь были, вот одна, видимо, ну, какие-то там у нее дела, она почти два часа здесь была, ушла вот только что перед вами буквально, а вторая вот мамочка там вот, очень красивый я был полтора часа у Сейма, там были тоже протестирующие. Да, там тоже все было. Да, четыре человека было, да, и можете посмотреть вечером, да, в этом канале. И скажите, как ваш сын вчера после этой акции, вы поговорили, как он чувствует, какие отклики у него, у первоклассника? Ну, он сегодня мне сказал, маме, давай ты, я с тобой, да, ты куда? Я говорю, ну, туда же, сынок. Он говорит, можно я с тобой? Нет, сынок, сегодня все-таки очень холодно, он вчера чуть-чуть подмерз. Я просто не рискнула его взять. Вот там тоже кто-то фотографирует, чтобы было видно, пожалуйста. А вот, не рискнула его взять. И, но сказала, вот сейчас потеплеет по прогнозу чуть-чуть к концу недели. Вот, и тогда мы, ну, обязательно с ним придем, да. И вот эта мама, которая только того, что только ушла, она вот буквально пару слов только сказала, что да, ее ребенок пятиклассник тоже хочет. Он понимает, что он хочет школу. Так что, ну, посмотрим, вот чуть-чуть теплее станет, и придем еще с ребенком. Он был очень такой, на такой хороший, такой на подъеме. А, ему понравилось, да? Да, да, он, да, но он очень хочет в школу, он просто безумно хочет увидеть друзей, и он так прямо ждет, он... Ребенку как ты объяснишь, что, ну, да, не открывают, да, или еще как-то? Я каждый раз ему стараюсь объяснить, что, ну, вот еще чуть-чуть, но я так понимаю, что они не собираются до конца мая, да, хотя никаких оснований для того, чтобы не открывать, школы нету вообще. Это очень, мне кажется, интересно будет, что вспоминать первый класс, дома матрас. Да, да, это ужасно, это просто ужасно. А у меня вообще сердце кровью обливается. Но я говорю, нет, для матери нет ничего страшнее, чем детские слезы. Вот я детские, вот я слезы своего ребенка видела в этой связи, и я все, как только я поняла, что ему плохо настолько, я сказала, сынок, все будет нормально, мама пойдет, мама за тебя постоит, мама, мы добьемся, не волнуйся. Я еще раз обращаюсь к мамам, про
коснитесь мамы, вы вправе как бы, да, вот подумать, взять ответственность на себя, о своем ребенке, да, вы правы, как прав, вправе в своем, да, и ребенок ваш вправе получать образование очно, понимаете, сидя в школе, общаясь с одноклассниками, с учителем. Почему как бы никто нигде, я вот, вот например, мне пишут мамочки, да, и, ну, с разными там вопросами говорят, всегда, я одна в классе, другие родители вот ничего, вот молчат, они совсем согласны, чтобы дети плевали в баночку, да, там, чтобы они там не ходили в школу, никто не... Буквально вот в какой-то одном классе один человек такой, если не в одной школе, да, и я не понимаю вот этого совсем, ну, никак. Значит, из министров кабинетов никто не пришел ни вчера, ни сегодня? Нет. Не опрашивался, что такое, кроме полиции, ну, наверное? Кроме полиции, конечно, да, то есть они вышли с утра, естественно, спросили, но это их работа, это понятно, да, что... Они должны узнать, что здесь происходит. Им ответили, ага. И все. И тишина. Все, значит, я пытаюсь смотреть. Я смотрю тоже на окна. Вот, но... Надеетесь, да? Ну что, да, что кто-то... Ну я вижу, что смотрят, конечно. Незаметно, вот из-за жалюзи, да, там где-то колышется, где-то окна открываются. Но... Нет, я не думаю, что кто-то выйдет. Вот, я даже на это и не рассчитываю. Но Юрис спрашивает... Наверное, услышал то, что ты сказала, что ты каждый день будешь приходить. Да, он говорит, верно, разве да. Тебе на работу не надо идти? Нет, мне на работу не надо идти, у меня маленькие дети, мне вот я занимаюсь с ними. Я бы даже, если бы мне предложили работать, я бы сейчас не смогла, потому что у меня один ребенок первоклашка, вторая девочка, которая в следующем году должна, в этом году пойти в школу, а ничего нет, их никто, ну, учебы нет. И если я сейчас выйду на работу, то я даже не знаю, как они вообще будут учиться, кто подготовит ее к школе, а его закончит первый класс, потому что я считаю, что родители, которые работают, вообще никак не умудряются еще детей при этом, да, вот чего-то там с ними заниматься, большие герои. Это очень тяжело. Ясно. В нашей ситуации сейчас. Да, и во сколько вы завтра будете? Думали уже об этом? Или ну, нет? Я как бы не могу так сказать, вот как бы у меня обычно такое время, как просто я стоял у Сейма, и там мне говорит, беги у кабинета министров, там тоже есть пикет, да, и потом я сразу сюда шел. Просто не знал, во сколько ты будешь. Ну, у меня вот ребенок как заканчивает свою учебу онлайн, да, это, как правило, около где-нибудь 10:30 я буду, да, если он, ну, если нет никого дома, если там кто с ним может, да, побыть, взрослых, тогда это где-то примерно вот так. Но вот все равно каждый день. Но мне было очень приятно, что возьму интервью. И очень красивый, очень, я обратила внимание, красивый плакат такой. Я еще посмотрела, подумала, он такой очень проникновенный. Хорошо. Tātad aiziesim šobrīd, nointervēsim ir vēl otra māmiņa parādījusies, kur pretestē, kurai esot ļoti izteiksmīgs plakāts. Paskatīsimies. Labdien! Здравствуйте! Как вас звать? Меня зовут Ольга. Ольга. Скажи, пожалуйста, почему ты сегодня пришла и как ты узнала, что здесь что-то будет, или ты сама по себе? Нет, вы знаете, узнала я совершенно случайно, увидела на Фейсбуке перепост, вот то, что вчера была вот Юлия, да, и подумала, что я хочу тоже высказать свое мнение, да, за свободное детское дыхание, за их счастливое детство, и у меня случился порыв, и я подумала, что вот... Делай, что хочешь, и будь, что будет. Скажи, ты в своей жизни много участвовал в каких-то протест-акциях? Нет, это первый раз в моей жизни. Это первый раз в моей жизни, это вот мой порыв. Ну, вы знаете, наверное, это за счет моего ребенка. У меня, например, кардиологический ребенок, да, у нее врожденный порок сердца. Ей 6.5 лет, и на протяжении 5.5 лет мы боролись за ее жизнь. Боролись за ее жизнь наши кардиохирурги. Она перенесла 4 операции, открытые операции на сердце и на сосуды. Ну вот. И вот после того, как она победила свою болезнь, ей помогли наши кардиохирурги. Спасибо им огромное, нашим кардиохирургам, кардиологам, тем людям, врачам, которые приезжали из Италии, из Германии, спасали жизнь моего ребенка. Я просто не могу ей сейчас позволить одеть маску и дышать
через маску, да, она не может себе этого позволить. Ей в июне нужно идти в школу, и если школы будут открыты, дай бог открыты, я должна ребенка отправлять в маску, я просто не могу себе и ей это позволить. Если теперь вот вышел из кабинета министра премьер Каринч и подошел, если бы, да, что бы ему сказали ему? Освободите детей. Освободите детей, потому что дети – это наше будущее. Освободите детей от ношения масок. Дайте детям социализироваться, дайте детям быть вместе, учиться вместе, чтобы у них было счастливое детство, потому что это нормально, когда человек должен социализироваться, это нормально, когда кто-то должен показать свои лидерские качества и наоборот. Да, сейчас дети не могут этого позволить. Простой мальчик, который сидит рядом, например, сидел раньше в классе с девочкой, да, он не может ее подергать за косички. И это ненормально. Я потом просто боюсь, что через какое-то время у нас вырастет поколение социопатов. И это страшно. Ладно мы, ладно поколение до нас, но дети, ну нет. Вот все, что я хотела сказать, не трогайте детей. Здесь Анастасия говорит, вот как вот вы скатаете, как маминя венатная отталната дарба мая, примерно, лидз, но сешин лидз астоньем, он вел да, бэрни дарзнио, своя школа отталната, мацис, пилный избадок. Но это, мне кажется, вопрос о том, что и родители дома, и дети дома, да, все время в одном котле весь день, да. Послушайте, вот на самом деле у меня дети тоже, да, старшей дочери 6,5, младшей 4, да, и они до этого ходили в школу раннего развития, да, они ходят в садик, в школу раннего развития. Сейчас мы не можем себе ходить в школу раннего развития, потому что все закрыто, да, я не могу развивать своих детей. И у меня был разговор с нашей учительницей, да, где вполне серьезно, я с этим абсолютно согласна. Не то, что даже ты в одном котле варишься, да, иногда ребенок, многие дети, они не воспринимают родителя как учителя. И он не может с ним сидеть постоянно, потому что для него родитель – это родитель, но не учитель. И поэтому он может понимать эту тему, он может отлично учиться, да, но за счет того, что его учит родитель, он не может внушить себе, что это такое, там, по математике, по латышскому языку, по грамматике, да. И вот это страшно, да, потому что многие дети не воспринимают родителя как учителя. Он воспринимает, но он воспринимает учителя через его поступки, через его то, что он делает, родитель, да. Дети очень и все понимают без слов, да. Но это, о чем ты говоришь, это та информация и навыки, которые получают в школе в конкретных предметах, да, и родитель не может быть компетентен в всех этих мелочах, которые каждый предмет знает учитель. С этим я тоже абсолютно согласна. Ну, во-первых, школа чему учит, да, а школа учит все равно какой-то дисциплине, да, ты должен учиться выдержке, высидеть свои 40 минут, да, за партой, ты должен внимать то, что тебе говорит учитель, да, ты должен относиться к нему уважительно, потому что это твой учитель, он дает тебе направление в будущее, он тебя учит, да, и, ну, школа – это очень важная часть, да, сначала детский садик, их тоже деток обучают, да, например, у меня дети, когда пошли в детский садик и до детского садика, это два разных ребенка, да, и в школе, я не знаю, но я вот свои детские годы в школе, я не представляю себя, если бы я сейчас училась удаленно. Вот честно, вот я даже представить себе не могу. В свои 35 лет я не могу себе представить учение удаленно. Скажите, как вы придумали здесь прийти? Почему сюда протест около министра кабинета? Сегодня я пришел от протеста, который был около Сейма, да? Недалеко от Сейма. Почему вы здесь, не около Сейма, не министерство образования или, не знаю, еще где-то в другом месте? Почему здесь? Ну, вы знаете, я в первую очередь хотела поддержать Юлю. Я не знала, что она будет, да. Конечно, я не знала. Она хоть вчера и сказала, что будет каждый день, но, вы знаете, все меняется, да. И я просто решила высказать свое мнение, чтобы кабинет министров понял, что мы не одни, что таких мам много, и
я надеюсь, что мы будем только приумножаться, да, и если мы будем приумножаться и выступать за свои права, и главное, за права своих детей, мы можем находиться везде, хоть по всему городу, хоть посередине центрального рынка, это не важно, да, мы должны обществу, нашим детям, нашим правителям донести о том, что у нас тоже есть права, и мы хотим защищать эти права, мы не хотим воевать, мы не хотим агрессии, мы не хотим каких-то репрессий, нет, ни в коем случае. Да, мы просто хотим жить мирно и спокойно. Ну, по крайней мере, я могу это от себя сказать, но я больше чем уверена, что так считают многие люди. Да, вам поздравления с мамой той девочки, которую посадили в тюрьме в Италии, которая за проезд в трамвае без билета, да, она там хотели ей сначала даже 2 года тюрьмы дать за это, да, и она, как говорится, поддерживает тебя. Спасибо большое. Лея, да. Спасибо огромное. Да. Ну, я надеюсь, что это даст свои плоды, да, потому что я считаю, что действительно очень важно, когда рождается ребенок, да, он должен быть с мамой и с папой, он должен быть в полной семье, он должен расти в любви. А потом он должен свободно дышать, наслаждаться своим счастливым детством, да, и просто, ну, я не знаю, если так можно сказать, кайфовать, потому что потом впереди очень долгий путь в учебе, в институте, в работе, в поставлении своей жизни, добивании своих целей, в построении своей семьи, рождению своих детей. И я надеюсь, что мои дети будут то же самое, отстаивать свои права и права своих детей, как делаю сейчас это я. Я считаю, что я имею право на это, я гражданка этой страны, я выучилась, я уважаю, я очень люблю нашу страну, я правда, я обожаю нашу страну, мне нравится, что мы такие маленькие, дружные, мирные, очень зеленая страна, да, и я не понимаю иногда, почему нас как-то разделяют, да, я уважаю абсолютно всех людей, да, и как я вот была Марина здесь, да, в первую очередь я пришла и пожелала доброго дня всем людям и кабинету министров, и надеюсь, что мое мнение увидят многие люди, и самое главное, донесется это как-то нашему правительству. Мудите говорит, да? Arī šī māmiņa Malacīte, kura domā par saviem bērniem un domā, kā cīnīties pret šo noziedzīgo valdību, kura grib izpostīt dzīvi jaunajai paaudzei. Как вы думаете, почему вы только сегодня, я понял, что вы здесь трое были, да, в один момент? Да, да, была еще одна девочка. А почему так мало мам поддерживает вот это тоже, за то, что ты сегодня и другие мамы? Ну, вы знаете, первое, мне кажется, что все-таки очень многие мамы сидят со своими детками дома на удаленном обучении, да, потому что ты не можешь оставить ребенка одного, да, тем более несовершеннолетнего ребенка. У меня, например, детки в садике, да. И поэтому мне проще взять и прийти, да. Я думаю, что те мамы, которые могут оставить своих деток с кем-то, может быть, наберутся смелости, может быть, захотят тоже высказать свое мнение и к нам присоединяться, да. Я не знаю, почему так мало. Не знаю, мне боится? Трудно ответить на этот вопрос. Боится? Может быть, ну, знаете... Не верит то, что что-то может поменять? Вот, наверное, вот это самое верное, что не то, что это боязнь, да, а то, что ничего не изменится, то, что вот эти вот 2 плаката, 3 плаката, даже 10-20 ничего не изменят, но я в это не верю, я считаю, что можно изменить, да, и можно выступать за свои права и хоть вот так вот маломальски высказывать свое мнение. Да, вчера видео, которое мы здесь снимали, посмотрели почти 50 тысяч людей, которые, ну, вчера мы с Эмой снимали Диану. Да, я тоже этот ролик видела с Дианой, это, конечно, ну, для меня это не мужской поступок, да, я никого не хочу осуждать, я не судья, да, и даже если бы я была судьей, я не судья, судьи наверху, да, но для меня это не мужской поступок, и я считаю, что у этих мужчин, возможно, они изначально мужчины, да, потом отцы, может быть, и кто-то деды, да, у них есть свои детки, свои внуки, свои женщины, и я никогда не поверю, что он поступил так со своими детьми, внуками и своей женщиной. Это ужасно, когда выгоняют маму с колясочкой, да, когда этот маленький ребенок грудной не может себя никак защитить и защищает его права мамы, и ее просто выгоняют. Но для меня это не мужской поступок. Я считаю, что мужчина должен всегда нести ответственность и оставаться мужчиной. Ну, в законе так, что если это
какой-то кайтеем, да, вред, как это по-русски кайтеем, что-то навредить, да, или какая-то опасность создает, это протестирующий, да, тогда. Но разве вчера Диана какой-то вредитель или... Нет, ни в коем случае, в том-то и дело, я сейчас хотела сказать, я не вижу никакого вреда, что стояла вчера Диана, я не знаю, есть она там, нет, сегодня, что вчера стояла Юля, даже что стою сейчас здесь, я не стою, я не направлена к агрессии, я не направлена к каким-то воинственным действиям, к каким-то репрессиям, нет, ни в коем случае, я хочу, чтобы меня услышали, я хочу, чтобы мой ребенок дышал свободно, чтобы мой ребенок свободно социализировался, учился в школе, учился уважению к старшим, воспринимал нужную информацию, потому что это учеба, ему потом пригодится в детстве, в будущем. Ну, это все для него. И я считаю, что это ужасно, когда отбирают. Как ты думаешь, насчет защиты детей, я смотрю, все-таки в протестах ну, побольше русскоязычных, да? Почему латышские мамы не приходят столь активно, как русские? Вот сегодня буквально приходила девушка, Агнес, ее зовут, мы даже обменялись номерами телефонов с ней, да? Да. И она вот латышка, да, и она сказала, что она сегодня пришла, просто как бы с нами постояла, потому что она тоже сказала, что увидела Юлю вчера, вот, и сегодня она пришла, увидела, что у нас двое. Она нам пожелала хорошего дня и сказала, что она тоже хочет сделать плакат и прийти, да, так что и латышская... Я не знаю, вы знаете, я настолько не люблю разделение русский-латыш, я считаю, что мы здесь один целый латвийский народ, да, и я, например, знаю латышский язык, я могу на нем разговаривать, да, я уважаю этот язык, я не требую какого-то там, не знаю, какого-то... Преимущества, себе... да? Нет, какого-то к себе отдельного отношения, я этого не хочу, да, я хочу, чтобы люди поняли, я как русский человек, да, я просто, да, я по ДНК русский человек, мой родной язык русский, да, но я могу тысячи языков приобрести, и это не значит, что если я там знаю английский, я англичанка, если знаю латышский, я латышка, нет, ни в коем случае, я всегда говорила и в комментариях на Фейсбуке, да, что-то комментировала, я считаю, что мы один общий латвийский народ, и неважно, кто на каком языке разговаривает в кулуарах своей кухни, да, если я должна прийти в госучреждение, я, естественно, перейду на латышский язык, да, и мне это не сложно, и я считаю, что это нормально, потому что каждому человеку, чем больше языков ты знает, тем больше дверей для него открыто. И я считаю, что также, ну, я не хочу никого учить, я только высказываю свое мнение, но также должны считать многие, и латышские семьи, и русские семьи, и, ну, не знаю, мне кажется, все семьи на планете. Потому что, ну, всегда это, мне кажется, школу еще учили. Чем больше языков ты знаешь, тем больше дверей для тебя открыто. Есть такое, как сказать по-русски, такое разделить и властвовать, да? И мне кажется, все, что вот происходит, да, вот это разделение там... белые, черные, там латыши, русские, остальные китайцы, это просто расколоть народ, чтобы легче им управить. Да, я тоже с этим согласна, что есть такое. Да, я не расист, я не нацист, я абсолютно мирный человек, житель, да, этой страны, если бы я жила в любой другой стране, я думаю, что я говорила бы то же самое, да, меня так воспитали родители, да, я никому не хочу желать зла, но я могу отстоять за свое, да, то есть я не буду сейчас говорить, что я какая-то белая и пушистая, нет, ни в коем случае, да, я тоже могу, у меня тоже есть эмоции, я тоже очень часто бываю неправа, да, но ты должен всегда, не знаю, вот я всегда несла ответственность за те слова, которые вот за любое слово я могу ответить, да, и за свои поступки я тоже могу ответить, да, и за то, что если мне придется ответить за то, что я здесь высказываю свое мнение, если надо, вот я за это отвечу. Я не боюсь высказать свое мнение. Да, вот тут две девочки, у меня тоже две дочки. Я хочу, чтобы у них было вот такое детство, вот такое. Очень красивый плакат, это точно, да. Спасибо. Ну, как у вас планы, вы еще будете приходить? Да, однозначно, да, однозначно, да. Я хочу...
Конечно, это было бы в идеале, если бы ко мне кто-то вышел и со мной бы пообщался, да. Но мне трудно сказать, наверное, я этого не жду. Да, вот чем ты больше чего-то будешь ждать, да, тем, может быть, меньше это случится. Я не жду. Я просто хочу высказать свое мнение. Да, и если ко мне кто-то выйдет, спасибо большое, я пообщаюсь с удовольствием, выскажу как народ свое мнение, потому что ну, по Конституции написано, что законы и какие-то вообще действия в стране должен принимать сейм и народ, да, но сейчас народ не спрашивает. Не спрашивает, потому что страна, любая страна, это в первую очередь народ. Не правящая коалиция, оппозиция или что-то еще, это народ. И мы хотим так же, как народ, жить в дружбе и согласии с нашей политикой, да, и также поддерживать наших министров, депутатов, да, но мы хотим, чтобы это было очень справедливо, да. Я говорю «мы», потому что я надеюсь, что со мной, не знаю, та невидимая армия людей, которые будут согласны, которые в конце концов, может быть, перестанет бояться, может быть, все-таки сможет оставить ребеночка с бабушкой или с дедушкой, да, которые, например, сидят на обучении и придут вместе с нами и выскажут свое мнение. Что бы ты хотела сказать другим мамам, стоя сегодня здесь и с этим опытом, который ты набрала сегодня? Мамы, я стою сегодня первый раз в жизни, вот правда, вот первый раз в жизни никогда не... И честно, я в своей жизни даже никогда не думала, что я буду участвовать, это вот, серьезно. Но я не боюсь, и я советую вам тоже не бояться. Я не стесняюсь, потому что в этом нету ничего позорного или стеснительного, да. Я просто хочу, чтобы... Вот... Вы помните то счастье, когда вы забеременели? Вы помните то счастье, когда вы родили ребенка? Да, я помню вот эти вот заветные две полоски на тесте на беременности, да, и я тогда думаю, Господи, я положу жизнь ради своего ребенка, да. А когда... У меня родился малыш, и в мой день рождения, 27 июня, я услышала приговор «врожденный порок сердца». Вы знаете, в какой-то момент я возненавидела свой день рождения, но потом пересмотрела, да, и когда я склонилась под кроваткой своего ребенка, ей было всего лишь пару дней. И я вообще не представляла, что дальше. Я понимала, что у нас огромные шансы на смерть, потому что этот порок был несовместим с жизнью, да. Я сейчас могу заплакать. Я просто ей пообещала и поклялась, что я буду всегда рядом. И я буду всегда рядом. Я буду всегда рядом с своей дочерью, с одной, со второй. И мы все это прошли, и я просто не могу позволить своему ребенку задохнуться под маской. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Скажи, какой опыт у тебя за эти два дня набрался? Какие выводы? Ну, ты знаешь, да, насчет опыта не скажу, а насчет вообще как вот выводов. Ну, во-первых, я вижу, что люди откликаются. Да? Это видно. Сегодня гораздо больше таких откликов. И люди, которые и водители троллейбуса показывают, да, там что и проезжающие как-то махают, и проходящие мимо. То есть мне очень радостно, очень правда радостно, что все-таки как бы люди, ну, по каким бы причинам они пока бы не показывали, да, свое вот отношение к тому, что происходит, но я вижу, что это есть, они это чувствуют, у них это в душе происходит, это отлично, да. Ну и я очень порадовалась, что вот такой отклик, все-таки я считаю, что, да, еще две мамочки, которые вышли с утра, да, также вот со мной, это отлично. Ну посмотрим, конечно. Ну и вообще, я думаю, вот сейчас вот женщина прошла тоже. Значит, сказала, люди начинают проходить мимо, подходить и разговаривать, да, я так понимаю? Ну, хотя бы уже вообще-то проходить мимо, да, и как-то выражать свои эмоции там, да, то есть там как-то одобрять, да, и да, и проходить вот так, да. Но здесь такое место, здесь очень много машин ездит, да, и сложно, ну, там, перескакивать. Но вот как эта женщина, да, она вот сказала, что такие вы молодцы, это приятно, конечно, да. Ну, посмотрим. А все остальное, я думаю, что
Поглядим, как будет. Чё муж вчера вечером сказал? Что-что? Чё муж вчера вечером сказал? Ничего. За вашу активность? За нет, ну мыслим, слава тебе, Господи, мыслим на одной вообще волне мы с ним, да, и мы поддерживаем друг друга, у нас взаимопонимание по всем вопросам, включая политические какие-то, если таковые есть, да, или относительно того, что я делаю. Но он, конечно, когда я ему сказала, естественно, я предупредила своего мужа, что я, ты знаешь, вот решила, приняла решение выйти пикетировать, я говорю, с ребенком, он, конечно, полностью поддержал. Ну что, сделал горячий чай. Спросил, не хочу ли я кушать. Согреться, беспокоиться, конечно, да. Вот. Но я знаю, к сожалению, что в очень многих семьях наоборот, например, бывает, когда мамы, там, жены, да, вот чувствуют. Они, потому что ближе видят своих детей, чувствуют, что с ним происходит. А папы, которые большие молодцы, но работают, да, зарабатывают деньги, да, и они немножко дальше от этих таких проблем. Но есть, которых вот, да, мамочки страдают, не поддерживают, да, и они, может, я думаю, даже просто боятся выйти. Не столько там против, ну, вообще выйти, да, сколько там, например, с мужем поссорившись. Поэтому, ну, ничего, да. Муж одобрил. Эгилс из Алуксна говорит, да. Постоять за своих детей – это не позор, а долг каждого. Я абсолютно согласна, да, Эгилс, это действительно так, долг, безусловно, и это родительский долг в первую очередь. Я вообще не понимаю, когда люди говорят о том, что вот какие-то там выражения своего мнения и стыдно. Что это такое? Как это? Это не может быть стыдно, да? То есть это мое мнение, я его доношу. А если мы говорим еще это в контексте о том, что это относительно детей и их прав, ну какой стыд здесь может быть? Конечно, это долго, безусловно. Я все время говорю, родители, ведь это ваши дети, вот просто ваши, их же никто кроме вас не защитит. Ну вот никто. Подумайте об этом, да? Вот подумайте. Что будет? Чуть-чуть в перспективе посмотрите, да? Как это может быть? Вот, как-то так. Ну, как вы думаете, вы со своей акцией здесь хоть на миллиметр передвинули мнение правительства? Вы знаете, я не знаю, как насчет там мнения правительства, да, но я точно знаю, куда оно передвинулось у них вообще, и может ли оно у них в принципе куда-то уже передвигаться, если у них такие способности когнитивные. Но то, что что-то передвинулось в восприятии людей, вы знаете, мне даже будет довольно, если хотя бы одного человека как-то заставило задуматься, да, вот мой поступок, да, ну вот что вот я вот здесь, и таким образом выражаю свое мнение, это уже отлично, потому что все всегда начинается с чего-то одного. Потом просто включается цепная реакция, да? Да. Здесь Гинт задает вопрос, я сам отвечу, да, на этот вопрос. Tātad latvieši tiek galā ar grūtībām. Kāpēc netulko valsts valodā? Gunta, likums nosaka to, ka protesta akcijās cilvēkiem ir tiesības izteikties jebkurā valodā. Tā, vami Zanni, bravo, malaci. Nu, man nav nekādas problēmas pārunāt latviski arī, jā. Tas ne tāpēc, ka es nerunāšu ne tāpēc, ka man grūti, da? Protams, ka stāvot šeit, ja ir tāds emocionāls satraukums, ja, un tā kā mana valoda tāda krieva, ja, to, protams, es domāju, ka es varu kaut kādu kļūdīties, kādus vārdus vai teikumus, ja, un es to negribu, lai to cilvēkiem iespēju saprast, nu, to visu pareizi, ko es gribu pateikt, ja, un kad es sapratu, ka es varu kļūdīties latviešu, ja, stāvēt šeit, jūs taču nedomājat, ka es stāvu šeit tāda, super, da, un man izkārtība, un, protams, ka es satraucējos, un vakar, kad es biju ar bērnu, protams, es arī satraucējos, kas varētu būt, kad būs, kā policija sev, nu, reaģē uz manu to. Saki, te Vija Rumpāne, kas ir muzikas pedagogs, arī viņa saka tā, vajag arī skolotājiem atbalstīt vecākus, kopā esam spēks. Skaži, pačimu, nu, учителя не выходит в какие-то протест акции, что им надо в таком режиме работать. Они же тоже и истощаются, да, чисто физически и морально. Это сложный вопрос для меня, очень. Потому что я считаю, что вот... Я не знаю, да. Из того, что я вокруг слышу, и как родители мне рассказывают, это просто... Во-первых, они боятся. И...
и я не знаю, как на них давят и что такое им, чем их запугивают, что вот такая реакция. Вот одна мамочка мне пишет, например, что она ко мне обратилась с просьбой разобраться в ситуации, у нее 12-классница девочка, и их сейчас буквально принуждают, запугивают, да, что нужно сдавать вот этот слюнный тест, вот этот вот, да, что... И, в общем, всякие разные вещи. И буквально она мне написала, вчера у них было родительское собрание, и, значит, учительница, да, класса именно, да, при ней специально, ну, сделала такую акцию, как будто куда-то позвонила и спросила, а что, если вот родители будут отказываться, например, тестировать, ну, детей, да, от этой тестошины и от масок. И учительница сказала, значит, как бы ответ вроде как услышала и передала родителю, что типа категорически, как бы, да, там, кто не будет сдавать, тот, значит, вообще не будет там аттестован и всякие страшности. Ну вот как мог педагог так сказать? Я не знаю, что. Может, какие-то доплаты за это, да. Я даже не могу себе представить. Вот не могу. Не могу ответить на этот вопрос, к большому сожалению, особенно с учетом того, что ведь учителя тоже родители, собственно, у них же тоже есть дети. Они же все это видят, ну как, ну не знаю, не знаю. В этом вопросе ответить не могу, даже когда я предполагаю. Мне просто никогда не хочется видеть в людях, предполагать худшее, да, что они там такие-сякие плохие. Я всегда исхожу из того, что все-таки человек хороший, но почему он так делает, не могу сказать. Я вообще думаю, если учителя, которые, по моему мнению, самая почтимая профессия вообще из всех. Потому что все начинается у любого человека с учителя, какой он вырастет, да. Там, какие учителя, такие ученики, да. И если учитель боится, если он напуган, это очень плохой такой признак того, что через какое-то время весь народ может стать пугливым и найти в этом оправдание. Есть еще такая вещь, что они говорят, например, да, мне еще 2 года доработать, или мне бы вот год доработать, я не хочу никаких неприятностей, да, вот такая вот позиция у людей. Тоже очень странная, потому что, ну, странная, да. А... Что еще? Предположить даже нет, я не знаю. Просто кончается время, мы машину оставили там. А, я поняла, за углой. Да. Да, и просто время исходит. Ну, у нас, я думаю, с вами будет время еще пообщаться не один раз. Да, да, мы попробуем, конечно, завтра тоже прийти, да. Если ты говоришь, ты где-то в середине дня будешь, нам люди сообщают, что по Риге творится, если что-то такое есть, которое надо, мы думаем, что людям надо знать. И то, что мы знаем, что не покажет гостелевидение и остальные каналы, тогда мы на месте обычно сорганизуемся, кто-то из нас приезжает. Я понимаю, но снимает. Не, знаете, но не надо меня спрашивать о том, где я буду, как я буду, когда я буду, да, да, чтобы да, да. Это... Я мы буду, узнаем да? Все равно. Как сегодня. Нам люди позвонили, говорят, что здесь люди стоят, у министра кабинета, мы сразу с Сейма сюда полетели. Хорошо. Да. Ну хорошо, спасибо. Да. Счастливо, осторожно, машина. Да, 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 вас, да, да. Да, тогда шесть пикет скоро шодин ир Юлия он Ольга ир плакат им бир и Агнеса я. Тогда шодин я был три избер маминес, кас протестай пред атална то излити помата он ари пред маску не сашон берним сколас. Skatīsimies, kas būs turpmāk, mēģināsim jūs informēt par to, kas notiek arī rīt un turpmākās dienas, jo māmiņas saka, ka viņas neatlaidīsies un ka viņas turpinās šīs nākt uz šejieni, nu, principā katru dienu. Paldies, paldies jums!